Всем привет! С вами канал Тхагер Наутплей. И это мой очередной перезгляд. Сегодня будем рассматривать игру Fat Princess на PS Vita. Эта игра представляет себе такую головоломку. Там из самоцветов надо составлять цепь там. Из трех самоцветов. Ну сейчас сами увидите. Fat Princess, пару пустяков называется. Игра на переведена на русский. И текст, и озвучка. Вот давайте нажмем играть. Вон наш Fat Princess обжора жрет. Тортики. А, тут ежедневный приз еще есть, оказывается. Я просто вчера ее загрузил, вчера так посмотрел. Игрушку первый уровень прошел. Сейчас сегодня захожу, вам показывать первый день. Давайте посмотрим, что мне выпадет. Нифига, 20 кристаллов. Так, вот мы прошли здесь первый уровень, вот тут второй. Сейчас увидите, что игра сама себя что представляет. Так, второй уровень. Закончить уровень. Закончить, используя ходов 14. Закончить, используя ходов 11. Давайте попробуем. Да, она жрет тортик. Получается, мы защищаем свою принцессу. Вот, получается, тут на русском нам показывает. В конце каждого уровня можно потратить алмазы на тренировку своих войск. Постарайтесь собрать побольше. В левом углу вот показаны мои войска красные. Это мои войска. Это вот с ружьем, мечник, бомбардир и такой типа лекаря. Хил или как он, маг. А это вот враги. И чтоб наносить урон по ним, мне надо вот из этих самоцветов собрать, вот, например, видите, вот три бомбы. Если я их в ряд делаю, то у меня бомбер будет атаковать. Вот мушкет атаки. Если мушкет сделаю, то будет мушкет. Ну, давайте вот мигает. Что он хочет? Вот. Чем больше я ем торта, тем сильнее становлюсь. Кормить меня, собирая вместе кристаллы с тортом. Нифига, давайте. А, вот у меня какой-то наукшен. У меня полный живот торта. Коснитесь значка, и я приду. Давай. Нифига, он там прыгнул. Чё завалил? Так. Вот нам показан меч. А, нет. Так, вот. Видите, сейчас вот мечник мой ударил, получается. Потому что мечи я сложил, меня мечник ударил. Так, давайте бомбардировать. У бомбардира урон общий идет. Он бомбу кинул, всем общий урон идет. Противникам там по единице урон сносит. Ну, пока он не прокачанный. И также вон некоторых... Станет он. Так, давайте мушкеты. Так, у них пара там умерла. Так, что сердечко? А, наш хил он выхилился. Давайте попробуем вот бомбу. А, вот обездвижил врагов. Так, еще раз выхилил. Так, бомба есть бомба?
Я не вижу бомб. Так, собрала кристаллы. Вот нам мушкет показывает. Стой, стой. Вот. Так, еще двое осталось. Так, забрал кристаллы. Так, вот еще кристалл. У меня как обучение сидит, мне показывает просто, что я могу нажимать. Вот я выберу бомбардир. Ну, обоих обездвижу. Так, давайте торчи сделаем. Вот три собрали мы точку, 15 точек соберем. Опять можем призывать принцесс. Который большой урон. Так, подхилим. И бомба-то, вот. Ну, мы почти ушли, дошли, еще, наверное, двое будет. Ну, может, трое максимум. Вон еще будет. Так, давайте. У нас жизни всех, по-моему, надо будет хилить. Мне. Не, не надо мне. Так, бомбы есть. Или мушкет что-нибудь. Так, еще тортики. Так, у нас дополнительный ход. Так, еще двое остались. Так, вот мушкет показывает. Так, так, подождите. О, сколько тортиков. Нифига, сколько ухила выпало. Можем призвать, получается. Да. А, все, победили. Тортики, 7 тортики. Так, ладно. Продолжим. 80 кристаллов мы получили. Ну, вот такая вот игрушка. Сейчас вам покажу прокачку, как можно там персонажа прокачивать. Получается 4 класса, вот. Можно их улучшать с помощью золотых монеты, которые можно собрать в игре или купить в виде набора монеток в PlayStation Store. Ну, донат получается. Также, если провести свою принцессу через 15 уровень, вы можете получить 30 золотых монеток, которые можно потратить на усиление и улучшение игрового видео, вот. Показываем совершенствовать. Воина могу прокачать, у него будет жизни побольше, вот, надеюсь, и урон. Случайно нажал. Золото, вот монетки, вот донат получается. Золото 8 монеток, сидят 36 рублей. Золото, 50 золота 179 рублей. 125 золота 359 рублей. 360 золота, 919 рублей и 750 золота, 1789 рублей, офигеть. У меня кристаллов нету, этого нету. Я так понял, что энергия тратится, выносливость тратится. Значит, у нас не бесконечные ходы получается. Передышка идет какая-то. Так. Тут выносливость можно приобрести, здесь усилители.
всякие на принцессу, недоступно ожидается павшим героем. А, оживляет павших героев. Потом разрушает любой кристалл на ваш выбор. Разрушает целый столбик кристаллов. Удваивает наносимый урон на 3 хода. Так, усилители. Дополнительное здоровье, дополнительный урон на 50% наносит. Алмазная шахта навсегда увеличивает общее количество собранных алмазов на 30%. Если мы его за 50 монет покупаем, то у нас навсегда уже будет по 25% больше. Ну, золото здесь. Так. Это вся карта получается. Для прохождения уровня нужна выносливость. Если ее не хватает, вы не сможете играть, пока она не восстановится. Вот нам показывает. Так, ладно. Так, здесь что у нас? А, сколько что я заработал. Ну, тут у всех одинаковая прокачка. Давайте вот персонаж посмотрим просто. Этот. Рабочий бомбардир, который. С мушкетом. Разведчик. Воин. Ну, здесь усилители мы смотрели. Так, настройки, громкость, музыка, подсказывать ходы, отображать кровь, отображать ходы противника, отображать подсказки. Сообщество, лицензии, легенда. А, обозначение торца били, чтобы привлечь принцессу, атака разведчика, алмазы, атака рабочего, атака воина, исцеление, суперкристалл. Броня. Разрушайте броню, подобрав подходящие кристаллы к тем, что рядом с ней. Ворота какие-то, укрепленные ворота, башня, смерть, принцесса, пепельный кристалл, лед, цель, урон X2, срез, воскрешение, молоток, принцесса. Так. Ну что ж, вот такая вот игрушка. Кому нравится вот такой жанр, головоломки, такие вот кристаллики всякие убивать, то скачивайте. Не знаю, сколько она по стоимости, но я зашел в PlayStation Store, я ее мог скачать бесплатно. Не знаю, может, она у меня когда-то была по подписке PlayStation Plus в месяц бесплатная просто. Вот это я не знаю. Надо уже вам самим проверить, посмотреть. Так, ну что ж, на этом я свое видео заканчиваю. Вот такой небольшой обзорчик был по этой игре. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Всем пока.